Нам написал человек из Финляндии. Он поймал радиорекорд на 91,9. Пишет он по-английски. Суть такая: рад вас слышать и хочет убедиться, правда ли, что он поймал международную радиостанцию. Очень забавный человек, пишут нам наши слушатели. Поэтому вечернее шоу. Передайте, пожалуйста, привет человеку. Его зовут Кэрри. Значит, давайте, говорит, порадуем иностранца. Вот специально для нашего финского друга мы делаем следующее. Подождите, я вам сейчас музычку красивую поставлю. Давайте. Чтобы вы прям вот совсем там... Человек, а вы на каком английском хотите? Вот я вот в совершенстве владею тайским английским. Давай, или вот с сыктывкарским акцентом хотите? А вот давайте с сыктывкарским. Подождите, я вам сейчас вот радость включу, чтобы вы, ну, совсем. Давайте. Давайте. Вот. Dear friends, Kerry, thank you for listening to us in Finland. We send you warm regards. You are a big guy. Send us a postcard and write Alyosha and Andrusha. They are with love. And if you have seen Eti in Finland, write to us. Your radio record. Kiss, kiss, kiss. А что, красиво получилось? Вот так вот, понимаете? Вам бы фильмы озвучивать поминальные. Да-да. Знаете, там. Вот, давайте вернемся. Чего у нас интересного? Значит, давайте...